Что ж, это один из вопросов, который связан с этим спором. Есть еще один вопрос. Он записан в ваших конспектах. Пытаясь понять библейскую концепцию человека, вынуждены ли мы неизбежно прийти к какой-либо форме дуализма? Или мы можем этого избежать? Вы можете думать, ну, а при чем здесь этот вопрос? Почему он возникает в нашей дискуссии? Что ж, потому что, во всяком случае, в истории западной культуры доминирующим взглядом на природу человека, и не только на природу человека, но также и на природу реальности в общем, начиная еще с греческих мыслителей, вот доминирующим взглядом был взгляд о том, что во Вселенной есть два противоборствующих начала. И если этот взгляд перенести на разговор о природе человека и говорить более конкретно, то в человеческой природе есть два противоборствующих начала. И вы можете спросить, ну и что плохого в этом взгляде? Ну, если вы рассмотрите основные формы дуализма, которые были наиболее принятыми, наиболее распространенными, то вы поймете, что вот такое принятие дуализма не всегда приводило к замечательным результатам, либо в том, как люди мыслили, либо в том, как они поступали. И в итоге всего этого мы сталкиваемся с таким вопросом. Хорошо, мы пытаемся выстроить библейскую богословскую антропологию. Неужели в итоге мы придем к еще одной форме дуализма или какой-то типичной форме дуализма, которая была принята на протяжении веков? Ведь это совсем не то, что нам хотелось бы, потому что прийти в итоге к дуализму — это, не то, к чему мы должны стремиться. Итак, как я уже упоминал, существует две основные формы дуализма, которые чаще всего упоминаются и обсуждаются, когда задается этот вопрос, и задается более широкий вопрос, вопрос о природе человека. И позвольте мне описать каждый. Во-первых, это действительно то, что цепляет критиков, заставляет кровь вскипать и в их венах, если можно так сказать. Вот по отношению к этому они настроены уж очень-очень скептически. И как я уже говорил, вы увидите, что в этом есть что-то, что совсем не является хорошим. Во-первых, все это не так уж и согласуется с Писанием. И далее вы также увидите, что вот некоторые из этих идей оказывали достаточно сильное влияние в истории Церкви, влияли на то, во что верили православные, евангельские христиане-католики, и как они поступали, какой образ жизни они вели. Итак, о чем же идет речь? Итак, греческий дуализм. Он берет свое начало от таких греческих философов, как Платон, с одной стороны, и, с другой стороны, от таких людей, которые назывались гностиками. Вот если говорить о греческом дуализме в общем, то, согласно этому представлению, человек состоит из двух основных составляющих. Это материя, с одной стороны, и ум, с другой. Или, если хотите, тело и душа. Итак, материя и ум. Тело и душа. Вот если бы они все оставили так, то, может быть, это и не вызывало у нас так много возражений. Но послушайте, что они говорят далее. Вот гностики считали душу на основании ее существования, считали ее этически доброй. Но, с другой стороны, тело и вся материя, весь материальный мир, если говорить в общем, все это считалось этически
злым, этически плохим. Что ж, если говорить о взглядах и представлениях Платона, то он не был так негативно настроен по отношению к материи, как гностики. Но все-таки и не был он настроен слишком уж позитивно по отношению к ней. С точки зрения Платона, материя не обязательно плоха, не обязательно зла, но она препятствует, по мнению Платона, реализации или самовыражению наивысшей части природы человека, а именно душе. И вот, по мнению Платона, и эту мысль вы также можете найти в трудах гностиков, вот, по мнению Платона, тело является ничем иным, как тюрьмой для души. Что ж, здесь можно дать волю своему воображению и поразмышлять о том, к чему ведет вот такое представление. И несмотря на то, что будет задействовано ваше воображение, мы все равно можем сделать какие-то достаточно точные выводы. Вот, к примеру, одно из влияний греческого дуализма на христианство заключается в следующем. Вот материальная наша составляющая, она как бы низшего рода, и именно она является причиной всех наших падений и проблем. Вот если бы только нам как-то удалось покорить ее, подчинить ее, усмирить наши аппетиты, наши телесные желания, то тогда бы мы смогли посвятить себя формированию и развитию лучшей части человека. И неудивительно, что такие взгляды вели людей к аскетизму в том или ином виде. Таким образом, они как раз пытались этого достичь. Погасить в себе все телесные желания, помыслы, так как они рассматривали все это как препятствие для того, чтобы посвятить себя совершенствованию души и духа и духовных отношений с Богом. К сожалению, из этого произошло еще одно негативное учение, которое, наверное, настолько же древнее, как и греческий дуализм. Но вот эта разновидность дуализма, к сожалению, повлияла на то, как на протяжении веков рассматривались права женщин и на то, какое место женщины занимали в обществе. И до сих пор сохраняются стереотипы о том, что мужчины обладают лучшей логикой, что мужчины более рациональны, чем женщины, а женщины более эмоциональны, более чувственны и так далее, и далее. И если вы примете греческий дуализм, то вы придете к заключению, что мужчина лучше, чем женщина. И тем самым будете оправдывать тот факт, что мужчинам принадлежит вся власть в обществе, в любом социальном контексте. Но также есть и феминисты. И, конечно, не все феминисты одинаковы, но многие из них говорят, посмотрите, почему мы должны основывать свои убеждения на каких-то древних стереотипах? И более того, почему мы должны полагать, что материя и что-то из этого материального мира зло по своей природе, или что это менее важная субстанция, чем нематериальная? Это такая же часть нашего мира, говорят феминисты. А все эти стереотипы навязаны мужчинами, чтобы сохранить власть. И кроме того, говорят феминисты, вот христианство не сильно-то нам помогло в борьбе с этими стереотипами, с этими представлениями, потому что в христианстве так много платонизма, который проник в христианство и укоренился в нем, что касается взглядов на материю, на ум, на душу человека, что есть некая высшая составляющая человека и тело, которое греховно. Что ж, вот вдобавок ко всем этим размышлениям, к
которые, на мой взгляд, должны вызвать у нас разные мнения по поводу корректности выводов греческого дуализма, или, во всяком случае, того, как он применяется. Вдобавок к этому можно сказать более глобально, что эти представления, ассоциируемые с греческим дуализмом, либо в гностицизме, либо в платонизме, полностью противоречат Библии. И в этом легко убедиться, если посмотреть на то, что говорит Библия о теле, а именно, что тело — это храм Духа Божьего. Есть библейские тексты, которые подчеркивают важность заботы о физическом теле. И, конечно, Писание учит о воскрешении тела, о том, что тело человека будет искуплено. И если бы тело на самом деле было неважно, то вот после смерти, скажем, если речь идет о верующих, то вот у них есть нематериальная составляющая. Вот пусть бы она и направлялась в присутствие Божие, и пусть верующие и пребывали бы в таком состоянии с Богом вечно, зачем воскрешать тело? Почему бы не оставить его в могиле, где оно разложится на молекулы и исчезнет? Кому оно нужно? Что ж, Библия учит нас тому, что человек — это не только нематериальная составляющая, не только ум и душа, но что человек также обладает и физическим телом. И Христос умер не только для того, чтобы искупить ум человека и дух человека. Он умер также для того, чтобы искупить тело человека, искупить всего человека. И Христос, когда умирал на кресте, Он умер в теле. И умер Иисус Христос на кресте, чтобы искупить нас во всей полноте. И все эти библейские свидетельства говорят о том, что идеи, выдвигаемые греческими дуалистами, не соответствуют библейскому учению. И позвольте мне обратиться к нескольким текстам Писания, по которым можно судить о библейской позиции по отношению к телу, и дальше вы можете высказать свои замечания. Первый текст — это 1 Коринфянам, 3 глава, стихи 16 и 17. Затем 2 Коринфянам, 6 глава. В этой главе можно отметить стихи 13, 15, 16, 19 и 20. Также есть еще текст в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, стих 34. Послание к Римлянам 12:1. А также послание к Римлянам 8:23. В этих стихах не говорится одно и то же. В одном из них мы читаем о том, что наше тело — это храм Святого Духа, другие призывают заботиться о теле, а какие-то из этих текстов говорят о том, что тело будет воскрешено. Эти тексты позволяют сформировать некую библейскую картину, хотя, я думаю, вы прекрасно осознаете, что есть определенная трудность. Если, скажем, вы принимаете в чем-то платонизм и становитесь аскетом, встаете на этот путь, то вы обязательно будете испытывать трудности с толкованием и применением библейских текстов. И вот подобным аскетам всегда было трудно истолковывать и применять книгу «Песня песней Соломона». Они не знают, что с ней делать. Ведь эта книга представляет собой любовную поэзию, которая воспевает красоту человеческого тела, воспевает сексуальность человека. И здесь вы очень мало найдете общего с греческим дуализмом. И эта книга в Библии. Я предполагаю, что те люди, которые встают на путь аскетизма, предлагают очень странные толкования этой книги, пытаясь как-то оправдать свое поведение, или они просто игнорируют эту книгу, не замечают ее присутствие в Писании.
Хорошо, какие у вас есть вопросы по поводу греческого дуализма? Да, пожалуйста. Вот, насколько я понял из того, что вы сказали о гностицизме и учении Декарта, мне представляется, что верование свидетелей Иеговы, что после смерти душа пребывает во сне в особом месте до полного воскресения, в чем-то заимствованы из этой философии, которую вы представили, из греческого дуализма. Или я ошибаюсь? Что ж, вопрос заключается в следующем. Основана ли вера свидетелей Иеговы о душе на представлении греческого дуализма? Нет, совсем нет. Во всяком случае, ничто из сказанного нами о гностицизме или о греческой философии не связано с представлениями свидетелей Иеговы о пребывании души после смерти. Такой связи мы не видим. Возможно, и здесь надо поговорить с самими свидетелями Иеговы, чтобы в этом убедиться. Возможно, они считают, что материальная часть тела человека не имеет значения, и когда человек умирает, тело перестает существовать. И вот нематериальная составляющая человека, вот она на самом деле важна, и она имеет значение, причем намного большее значение. И вот эта нематериальная часть сохраняется, она где-то пребывает во сне до тех пор, пока не воскреснет материальная составляющая. Возможно, они верят, что тело человека воскреснет в определенный момент и объединится с душой. Но, во всяком случае, я не слышал ни об одном учении греческого философа о том, что душа спит после смерти. Во всяком случае, чтобы это соответствовало учению свидетелей Иеговы. По-моему, я видел, что кто-то еще поднимал руку. Да, пожалуйста. Правильно ли я поняла, что, согласно представлениям тех философов, о которых вы говорили, материя — это зло? Так считали гностики. Платон не говорил о том, что материя сама по себе зла. Он говорил о том, что она ниже по статусу, чем нематериальная часть. Что касается греческой философии, идет ли речь о Платоне и его последователях или о гностиках, то в ней ясно прослеживается разделение. Разделение на материальный мир и нематериальный, на тело и душу. И также общим для всех греческих философов является то, что умственная или нематериальная составляющая человека считалась более высокой, лучшей, чем материальная часть. Материальная вселенная считалась вселенной низшего уровня, менее значимой, менее важной. И в зависимости от того, о каком конкретно греческом философе идет речь, все может выглядеть еще более негативнее. Если, скажем, речь идет о гностиках, то они говорили, что материя не просто ниже по уровню, не просто менее значима. Материя зла, душа или ум нравственно чист, а материя или тело нравственно нечисты. Хорошо, мы рассмотрели с вами один вид дуализма, и мы поняли, что от него лучше держаться подальше. Но есть еще одна разновидность дуализма — это картезианский дуализм. Я уже вкратце упоминал о этой разновидности дуализма, но позвольте мне поговорить с вами об этом более подробно. Декарт утверждал, что человек состоит из двух составляющих — нематериальной составляющей, и вы можете называть эту составляющую как хотите — душа, ум или дух. И это не три разных сущности. Это просто три названия одного и того же — нематериальной субстанции. И вдобавок к нематериальной субстанции, в человеке также есть еще и материальная субстанция, физическая составляющая, а именно тело. И основные характеристики материальной составляющей представляют собой расширение и пределы. Позвольте мне объяснить. Материальная сущность, о какой бы сущности ни шла речь, материальная сущность имеет расширение, то есть некая точка в пространстве может быть расширена на определенное количество точек,
в материальном пространстве. И когда мы говорим о том, что материальная сущность имеет пределы, мы имеем в виду следующее. Физическая сущность, хотя и может быть расширена в пространстве, но она может быть расширена в определенных пределах. Мы можем видеть, где заканчивается мой ноутбук и где он начинается. И мы видим, что сверху него уже нету ноутбука. Поэтому можем говорить о таких понятиях, как высота, ширина предмета. Можем говорить, какая диагональ у экрана монитора. Такова природа физических сущностей. Идет ли речь о нашем теле, или мы говорим о столе, или о чем-то еще в физическом мире. С другой стороны, нематериальные сущности также обладают основными качествами. И такими основными качествами или характеристиками нематериальной субстанции является сознание или когнитивность, способность мыслить. И я думаю, должно быть ясно, что та субстанция, которая способна мыслить и познавать, вот такая нематериальная субстанция не обладает расширением и пределом. Скажем, вы не можете говорить о том, насколько велик, вот говоря о размерах, чей-то ум. И также вы не можете сказать, что вот здесь проходит граница вашего ума, а вот здесь пролегает предел или граница ума кого-то еще. Да, вы можете сказать, что я знаю, где находится мой мозг физический и какого он размера, но вы должны понимать, что физический мозг — это часть физического тела. Да, он как-то связан с нематериальной сущностью, с нематериальной душой или умом, но мы не знаем, как точно связан. Если вы говорите, что ваш нематериальный ум, и может даже не употреблять слово «нематериальный», то если ваш ум, душа или дух — это ваш физический мозг, то вы становитесь материалистом. Вы попросту исключаете наличие нематериальной сущности в человеке. Вот вы теперь понимаете, что Декарт, по сути, говорил следующее, что да, есть физическая составляющая, есть мозг, но есть и нефизическая составляющая, ум или душа или дух. И физические сущности не способны мыслить, а умственные сущности не имеют границ и пределов, не имеют границ в материальном пространстве. И, конечно, все это вызывает у философов определенный вопрос, и они пытаются ответить на этот вопрос на протяжении столетий и до сих пор ищут на него ответ. Если основные характеристики нематериальной сущности и материальной сущности настолько отличны между собой, то как нематериальная сущность может влиять на материальную сущность? Как они могут взаимодействовать друг с другом? Как, к примеру, то, что происходит в вашем физическом мозге, может влиять на ваше умственное состояние, на вашу мыслительную деятельность? Как это может быть причиной каких-то изменений? И ведь мы все согласны с тем, что как-то влияет. Если, скажем, кто-то ударит меня по голове, то головная боль или повреждения мозга повлияют на мои умственные способности. Как это происходит? В чем заключается эта связь? Неясно. Или вот, скажем, вы ощущаете некое беспокойство, и это душевное состояние. Но как тогда это беспокойство может вызывать определенные изменения в вашем физическом теле? А мы знаем о том, что беспокойство вызывает такие изменения. К примеру, могут потеть руки, когда вы нервничаете, или определенные изменения могут происходить в желудке, или чаще начинает биться сердце. То есть есть определенная связь между умственной и физической составляющими. Но как сущности, которые настолько разные, если судить по основным характеристикам,
Как эти сущности могут взаимодействовать друг с другом, влиять друг на друга? Этого и по сей день никто еще не смог объяснить. И как следствие этого появилось достаточно много людей, которые говорят, и речь идет как о философах, так и о других людях. Они говорят, что теория Декарта должна быть признана неверной, потому что мы до сих пор не можем объяснить, как она работает. Звучит все неплохо, но мы не можем объяснить эту взаимосвязь. И если внимательно посмотреть, то теория, предложенная Декартом, может быть проиллюстрирована, и многие так ее и иллюстрируют, как наличие духа в машине. Вот тело — это некая машина, а умственная часть — это как раз и есть дух. И вот так же трудно, как трудно представить, чтобы дух, нематериальная сущность, управляла, скажем, комбайном на ферме или какой-либо другой техникой, скажем, трактором. И вот точно так же трудно представить, как нематериальная сущность, душа или дух, может управлять физическим телом, влиять на него. Итак, вот это две основных разновидности дуализма, которые доминировали в западной философии уже на протяжении 2000 лет. Или, можно даже сказать, еще дольше, 2500 лет, а может, и еще дольше. И был выдвинут аргумент, что вот эти разновидности дуализма на самом деле не верны. И если мы говорим о библейской онтологии человека, то будем ли мы при этом прибегать к помощи дуализма, чтобы что-то объяснить? Если мы встанем на сторону какой-то из разновидностей дуализма, то означает ли это, что мы будем противоречить тому, чему учит Библия касательно сущности человека? Я думаю, что если мы встанем на сторону греческого дуализма, то, конечно, у нас будут проблемы с толкованием Писания. И даже будут определенные проблемы, если мы примем картезианский дуализм. Но для большинства людей, живших в 20 веке, даже такая форма дуализма казалась лишенной смысла, потому что ее нельзя было объяснить. Посему большинство людей полагало, что есть только материя, только она существует. Поэтому доминирующей философией в 20 веке и сегодня, можно даже сказать, является материализм, что касается философии ума. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Вот те люди, которые занимаются экзегезой, проводят библейские исследования, изучают библейские тексты, изучают библейское богословие. Вот, возможно, эти люди знают о тех тенденциях, которые имеют место в философии. И вот они задают вопрос, который приведен в ваших конспектах. Как я уже говорил, на протяжении веков богословы спорили по поводу того, какая же теория верна, дихотомическая или трихотомическая. И они обращались к Библии, стараясь найти в ней ответ, думая, что ответ в ней содержится. Но вот какой вопрос, а действительно ли Библия что-либо об этом говорит? Раскрывается ли в ней онтологическая сущность человека? Или, быть может, на самом деле авторы библейских книг преследовали совсем иную цель? Или, быть может, на самом деле авторы библейских книг, авторы богодухновенного Писания всего лишь хотели показать место человека в этом мире, показать его взаимоотношения с Творцом,
и его взаимоотношения с другими людьми, не преследуя при этом цели раскрыть онтологическую сущность человека. Вот таково намерение Писания. И Писание не преследует цели раскрыть нам онтологическую сущность природы человека. И среди богословов немало тех, кто скажет, что верно не первое, а второе, что Писание не преследует такой цели. Поэтому, если вы обратитесь к Писанию для того, чтобы понять, что верно, дихотомия или трихотомия, то вы допускаете ошибку, потому что вы пытаетесь заставить Писание говорить то, о чем в нем ничего не написано. И вы можете спросить, но на каком основании богословы пришли к такому заключению? Почему они так решили? Что ж, некоторые богословы пришли к такому выводу, что ни трихотомические представления не отражаются в Писании, ни дихотомические, во всяком случае, основанные на картезианском дуализме. Вот они осознали, что Писание не подтверждает ни то, ни другое. Но тогда что же это означает? Неужели мы должны стать материалистами и считать, что ум материален? Нет, богословы не идут в этом направлении, потому что они понимают, куда это все приведет и как это повлияет на веру в Бога, представленного в иудейско-христианской традиции. Ведь в этом случае придется расстаться с идеей бессмертия души. И не только. Поэтому богословы не принимают материалистическую философию. Но также они считают, что Писание не подтверждает ни дихотомические, ни трихотомические представления. Поэтому, возможно, вот так рассуждают эти богословы, возможно, мы требуем от Писания, чтобы оно ответило на вопрос, на который ответа оно не дает. Я думаю, вот эти богословы, изучив Писание, изучив библейские тексты, пришли к выводу, что в Писании недостаточно данных, недостаточно свидетельств, на основании которых можно было бы перейти к какому-либо заключению, что на самом деле верно, дихотомии или трихотомии. Вдобавок к этому, эти богословы полагают, что Писание никогда не предназначалось в качестве учебника по научным дисциплинам. Это не философский трактат, раскрывающий нам природу человека. И Бог не ставил перед собой цели дать человечеству ответ о онтологической сущности природы человека. Скорее, Он дал нам Писание, чтобы мы осознали, какими должны быть наши взаимоотношения с Ним, чтобы показать нам, что наши отношения с Ним нарушены, и как нам восстановить эти отношения. Бог намеревался дать нам понять, какими должны быть наши отношения с другими людьми, в чем нам надо исправиться и что для этого надо делать. Писание показывает нам, каким должно быть наше отношение к окружающему миру, к физическому миру. И есть богословы, и я в их числе, которые полагают, что, несмотря на то, что Писание не следует рассматривать как философский трактат или научный трактат, посвященный вопросу о природе человека, если внимательно рассмотреть те библейские термины, которые используются в Писании по отношению к человеку, по отношению как к его физическим, так и нефизическим составляющим, и понимать, что иногда эти термины используются в онтологическом значении, а иногда и не в онтологическом значении. И если все это понимать и проводить тщательную экзегезу библейских текстов, то можно увидеть, что Писание на самом деле говорит о том, каково же на самом деле устройство человека, какова же онтология человека. Раскрывает ли Писание нам это во всей полноте,
так, как нам бы хотелось, во всех подробностях? Нет, скорее всего, нет. Если бы вы должны были написать философскую работу или научную работу о природе человека, то, конечно бы, вы написали намного подробней. Но вот заключение о том, что Писание совсем ничего не говорит о том, что относится к онтологической природе человека, но вот есть те богословы, которые с этим не согласятся, и я в их числе. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.